Национальный музей Калмыкии имени Пальмова этот год проводит под знаком своего столетия. Торжественное собрание, посвященное этой дате, пройдет 15 мая. В этот день будут чествовать сотрудников и ветеранов учреждения. Днем ранее состоится вернисаж выставки «100 друзей, 100 экспонатов. Новые поступления». В экспозиции 100 предметов, переданных и подаренных музею в последние годы. Кроме того, откроется выставка работ победителей межрегионального конкурса «Мир Давида», а на площади перед музеем начнут работать арт-площадки и технопарк. Запланированы мастер-классы, флешмобы и пленэр московских художниц. Завершат праздничный день концерт, дискотека и фейерверк.